раз. По классике двойной звук. И что я подрубил в такую рань? Роскус. Стрим пораньше, да, что-то начал замечать. Проснулся-то 6 утра. Кто-то меня начал немного плавить, думаю, надо уже подрубать стрим. Здорово, Гачкат. Хоть я не усну на стриме, может, уже я хоть на стриме не усну. Когда все дело. Здорово, Вилорес. Так, я могу это куда-нибудь сюда перенести? Нет, не могу. Могу вот так сделать. Все равно не будет видно. А, я могу вот так. Это же получше. Уже что-то выходит. Здорово, Спук. Здорово, Кость. Не по расписанию. По расписанию у нас только станция. Вся остальная дичь в любое время дня и ночи. Здорово, Валенс. Спецмен. Эрти. Ahead of timer. Бужик. Да... Сможешь ты отыграть раунд на пульпе без Мордербона? Каждый раунд на пульпе без Мордербона. Аж делать ничего. Здорово, Арбуз. Что за кран? Я проснулся в 6 утра. Понимаю, что меня уже к вечеру сейчас начинает плавить. И чтобы на стрим вот не уснуть, когда нужно будет подрубать, я решил подрубить пораньше. Усну прямо здесь. Бычкат. 9 месяцев, однако. Опять мемтатор. Когда же шахтер и еретик? Спасибо. 9 месяцев, однако. Так. Сучок, да. По поводу видосика. Такой короткий, как вы видите, видос. Но очень хотел вот этот момент, как бы... показать. И тем более, что это же второй видос за неделю, поэтому можно и короткий. Так. Здорово, Литрич. Сам момент показать эпичный. Ну, собственно, ну давайте все сначала. Будет чуть громко. Редактируйте. Здорово, Берсонис. Здорово, Фантом. Прилетаю такой, значит, на станцию. Сразу с шаттла вижу трава. Ксеносов. Ну и всякое вот такое вот повсюду. Взрывы там, какие-то слаймы. Я спрашиваю, что у нас волшебник? Оказывается, да. Пока я бегал, как бы поезд даже не успел найти. А уже Визарда убили без меня. Не то, что рода волшебник. Просто кот, сделанный из хлеба, таскает мне посох. Посохи, блин, все забил. Посохи. Кстати, вот. Про мечи вспомнили, они всплыли. Здорово, чеп. Посохи волшебников год назад занерфили. В принципе, мне нерф нравится. Суть в чем, что не волшебник, когда использует посох, он... там идет, скажем так, ну, от разного посоха зависит. Шанс на то, что он будет не так работать. То есть посох хаоса 5% шанс, что он выстрелит тебя самого. А посох полиморфа всегда полиморфит того, кто стреляет. То есть у тебя, по сути, грубо говоря, одна попытка себя заполиморфить. И, соответственно, другие, если они превратились в мышь от полиморфа, не смогут уже вернуться. Посох хила превращается в медицинский луч, который бимган. Что у нас еще? Я не помню, что с фаерболом. По-моему, фаербол, посох анимации, какие были, такие и остались.
С Локером тоже не уверен. На суть. Не. Да, есть, по-моему, посох фаербола. Да, он гораздо быстрее перезаряжается, то есть можно поспамить. Его никто никогда не использует, потому что, ну, ты его можешь потерять. На самом деле, если ты планируешь просто разбомбить станцию, особенно после реворка фаерболов, что они бьют не, ну, не бьют в квадрате 3 на 3. Раньше обычно этим посохом сам себя убивал очень быстро. Так вот. О чем это? Значит, это комба. Такое. Можно попробовать. Просто когда волшебника ролишь, особо, скажем так, не поэкспериментируешь. Потому что это так редко бывает. Но суть в чем? Уже через 2 дня я нашел обход этого нерва. Случайно или нет, я даже не знаю. Здорово, кокос. Берешь любой ствол в руку. Здорово, Кэл. Здорово, так всегда. Типа дизейблер, лазер, неважно. Другую руку берешь в посох. Стреляешь в комбат-моде из лазера. Из оффхенда посох стреляет, как обычно, до нерфа. Вот и все. Целый год, как бы. Мне нравится, что там очень много людей возмущались. Но мне на самом деле нравится нерф, что все, в принципе, когда посохи попадают в руки команды, это все. Это раунд можно заканчивать, зовите шаттл. Особенно с полиморфом. Дичь начинается. Арбузер, да. Здорово, Фаренгейт. Так, что по планам? Доделать видос, наверное, хотел. Тут осталось вообще, в принципе, все сделано. Можешь превьюшку на него сделать. Потом, думаю, на станции еще не будет онлайна. Может, что-нибудь поиграть час-другой и пойти на станцию. Сейчас просто играть негде. Сейчас нигде онлайна нет в это время. В этом большая проблема. Что пропустил? Да ничего. Так вот. Где мы тут остановились? А, ну здесь остановились. Видос такой халявный. Со стери, да пока ничего. Надеюсь, к концу месяца разродятся. Блин. Момент в раунде забавный произошел. Почему еще этот видос? Потому что нерв выкатили после этого раунда из-за меня. Ну точнее фикс вот этого обхода. Солдерскейп. На самом деле я рад, потому что ну, пошла, пол команды пошло и... С одной стороны, хорошо, что ты и была возможность из полиморфа выйти. Потому что, ну, когда ты превратился там в мышь... С одной стороны, не очень весело, с другой стороны, хоть что-то необычное. А потом хвост там начинает полиморфиться все подряд, и просто зовите шаттл, в раунде уже ничего не будет интересно. Особенно, когда начинают синдиборги бегать и ксеносы. А еще это затягивается очень надолго. Потому что что-нибудь нормальное выролить сложно. Там большая под големов, других гуманоидов, под ксеносов и под боргов отдельные проценты очень большие. А что-нибудь типа гориллы там, эштрейка, это 1% шанс. Китслаг. Дельта, этот раунд был неделю назад, наверное. Или еще новая дельта вышла. Да. Кстати, забавно, что сделали этот. Один чекпоинт на 2 департамента. Мне это нравится. Да, гляпу. Кстати, после этого раунда... Опять я сбил, да? Опять сбил. Одна через...
мне тут вспомнился один гиммик, который хотел сделать. Голиафы могут вот так двигать столы. Но они много чего могут двигать. Практически все. Но столы они стакают. У меня появилась злая идея. Поняли, о чем я? Да, стеклянные столы застакать. Это музыка очень громкая, я понимаю. Давайте я тут вам сделаю в половину. Вот так. Она как бы очень громко, но я ее здесь не буду менять. Она для видео такая. 12 дБ здесь держу. Потому что тише сделать можно видос на ютубе, а вот громче и бывает сложно, особенно если там через наушники какие-нибудь, гарнитуру. Так, я только нашел новый трек, а вторую часть так сложно было трек найти. Бывает такое, что особенно в таких видосах, которые, ну, типа, простенькие, у которых у меня как нет идеи, как в предыдущем видео с Джоном. Тот видос, я просто сел, и ну, я его разбил. На следующий день я просто всю ночь сидел и редактировал, потому что, во-первых, еще были эмоции после раунда, во-вторых, мне очень хотелось его сделать. Учимся монтажу. Нет, здесь нечем учиться, здесь крайне простой видос. То есть такие вот видео я обожаю делать. Прошлое. Есть и гиммик, и резня, и все тому подобное. И в голове уже всплывают треки, которые я хочу где-нибудь использовать, которые прям подходят. А вот такие видосы... Очень... Вот эти 3 минуты видоса, я его сидел, я 3 дня такой, или 4. А что... Как-то надо делать. Особо той музы нет, что сел прям и полдня редактируешь. Еще получается, что 90% записей, они именно, ну, вот такие. То есть, их хотелось бы показать, их нужно показать, потому что, как тот со священником раунд, они не будут попадаться часто. 90% раундов будут именно такие. Из них нужно делать видосы все еще. Так, теперь. Часть экшеновая. Ну, как экшеновая? На 2 минуты экшен. Или на минуту даже получается. Так, переходик слушаем. Пойдет. Да. У нас тут весело. У нас тут Bubblegum с карго прибежал. Непривычно, еще светло. Мне нормально, мне темно уже. Бор говорит, что да, у нас Bubblegum на станции, тур по станции делает, пожалуйста, чувствую себя как дома, и в мед зайдет. Видите, Бублю увидели? Увидели, да? Здорово, Pineapple. А вот тут у нас начинается... Вот здесь у нас начинается, да? Что мы сделаем? Правильно, мы должны Бублю увидеть вот в этот момент. Так, мы такие... Ага. Сюда пришли такие. Кадр, когда остановились. Так, сюда, сюда. Смещение на Бублю. Делаем так, чтобы хад не было видно. Прекрасно. Копируем. Обратно. Смотрим. Чутка погромче, да вы издеваетесь. То вам тихо, то вам громко. Иконка превращения.
Какая? Где? Правом нижнем углу. А, да, мне там шахтер в баре дал кровь дракона. Ну, как бы. Вначале я шел, думал, в дракона превращусь. Буду бублю рабастить. Точнее, помру от него в форме дракона. А потом решил посох это попробовать. Вот это хорошо. Did this really worked? Ну-ка. Может, это вырезать? Worked. Это действительно сработало. Work, просто work надо было. Неправильно. Ну, не work, а work. Так, знаете, что тут мы можем сделать? Мы же можем просто вот сделать тогда как? Сюда. Вот этот переход. Ага. Сюда. Сюда. Так получается. Не так получается, вот так получается. Смысл сработало, не сработает. Я сейчас через DeepL прогнал, а мне показывается work. Нику Борга, да, Bubblegum, то, что я там скидывал. Вы, you buckle yourself to Bubblegum. Так, мы можем же вот так просто сделать. Да. И все. Не нужно будет здесь еще больше растягивать. Так, анонс АИ нам не нужен здесь. Его нет на экране. Вот этого. Так, что еще со звуками здесь есть? Что? Фаерлоки, фаерлоки. Очень громкий бубля здесь. Так лучше. Хронометраж на полку растягивать. Я все равно посреди обычной рекламы не пихаю, если меньше 10 минут. Там от 8 можно посреди ролика, конечно, рекламу пихать. Так, вот тут, в принципе, анонс и можно оставить. У нас здесь есть анонс от и как раз вот он и есть. Bubblegum got owned. Да, work все-таки ошибка. Простят. Надеюсь. Я нам уже в некоторых видео распылялся. Что мне инглиша не хватает. Сюда делаем бордер. Два пикселя бордер. И так сойдет. Угу.
Спорим, что кодеры пофиксит это. Так, сейчас, тем временем, мне нужно сюда. Ищи. О, вот. А у меня, по-моему, где-то сохранена была уже, да? Чтобы это прям вчера было. Сейчас. 1, 2, 3. Скриншоты. Я пропустил день мержа. А, нет, не пропустил. Вот у меня сохранено. Спорим, говорит, кодеры понерфят. Да, поэтому ролик выходит. Именно после этого раунда в нерф и вышел. Потому что, ну... Та же самая дичь с полиморфами. Да еще и баблгам просто взял так. Понимаю, как на GitHub обозначается мерж. Фиолетовый мерж. Вот этот значок. Ну то, что где он тут был. Фиолетовый значит мерж, зеленый значит открыт, красный закрыт. Серый значит еще фиксы требуют. Могут ли голиафы двигать щиты? Ловушку из сотен голиаф. Какие щиты? После дезинтеграции, которая смерть, нет, не работает. На мегафаун не работает. А, и литерали сей смерч. Здорово, Агдес. Да. Я не думаю, что они могут двигать щиты, как тайл. Щиты сингулярности. То есть именно сами энергетическую часть. Думаю, нет. Во-первых, нет. Во-вторых, тебя и... Ну, хотя если откинет, то ладно. Но я думаю, нельзя. Да, давно почти сразу проверял, работают ли палочки на мегафауне. Потому что пошел, поубивал мегафауну с лутом такой пришел или с формой дракона. Просто отлетая. Да, я не думаю, я думаю только объекты. Это не совсем объект. Щит. Так, вот у нас идет анонс и... Докуда он идет? Докуда у нас идет трек? Трек у нас идет еще вон столько. Это хорошо. Браво, мундир. Пусть и анонс шаттла останется. Капитан говорит, овн, это прекрасно. Заряжаем, и в принципе на этом можно... Фейт пусть уходит. Шаттл. Читы как генетики, которые ксенобио. Я не думаю. Можно, конечно, потестить как-нибудь. Так, двигать как бы сам столб щитов ты имеешь в виду или луч? Ролк, серьез. Так, после того, как мы его заполиморфили. Так, заполиморфили, да? Делаем это вот так. Убираем. Добавляем. Так, заполиморфили, пусть экран расширяется. Ага. Именно луч, да, можно потестить бы как-нибудь. Так, сейчас посмотрим после всего этого. Статичные экраны, когда просто вот картинка и ничего особо действия нет. Люблю делать, чтобы экран хоть как-то двигался, чтобы живая картинка выглядела. Так, анонс АТИ.
Опа. Так, вот здесь у нас идет, значит. Новые биты. Растягиваем до сюда. Растягиваем до сюда, растягиваем до сюда. Теперь достаем интро, аутро. Где оно у меня было? Аутро. Сюда. Раз. Двес. Звук минимум. А что аутро делать? Потому что почему нет? 7-минутный видик. Ну. Я уже про это говорил, что их нужно как бы делать. Потому что оно так и будет висеть. Запись есть, как бы она хорошая. Обрезаем тут. Делаем спад со средины. Так, и что нам еще нужно сделать? Желательно. Нам нужен такой громкий звук, когда ничего нет. Поэтому. Где мы его заполиморфили? Здесь мы его заполиморфили уже, да? Делаем вот так, допустим. Да, выглядит неплохо. А где мое кофе? Роки по Вегасу. Здесь никаких особо эдитов нет, абсолютно. Мне нравится, как тут закончилось. Так получше. Еще, наверное, лучше сделать такой. Мое. Так, тут еще хотел послушать. Ну, в принципе, все. В принципе. Здесь просто так хорошо заканчивается. И здесь есть, конечно, еще хороший момент, но. Не, я не знаю, под этот трек. Проблема же под музыку еще подобрать все. Все это время Голиаф не сдавался. Шаттл был позван, но Голиаф не сдавался. Он своровал все столы, которые только мог, и нес их на шаттл. Вы понимаете, с каждым сворованным столом он двигается все медленнее. 30 секунд до шаттла. Он начинает ломать столы, чтобы успеть. Быстрее двигаться. К стену сцену после титров. Можно. Чисто без музыки. А без столов, но он успел. Саднес. Окей. Сейчас тогда. Так, сюда. Сюда. Ой. Играл в Укитатив. Нет, не играл. А, эти, я понял, мидраунды.
имеешь в виду. Идея, то есть идея вокруг фугитативов, кроме того, что типа ролеплей, и плюс ты можешь в раунд вернуться, в том, что за фугитативами, после того, как они вырылись каким-то образом, 5 человек, 4, 4-5, беженцы, беженцы. Это есть, это мидраунд на станции, он есть лет 5, наверное, уже, если не больше. Ну или Валду. После этого должны заспавниться охотники. По-моему, даже их несколько типов. Охотники, которые должны... у них есть... В итоге 5 этих различных исходов есть в конце раунда. То есть они могут живыми поймать их, а фугитативы могут уйти от охотников, либо там, либо они могут их убить. Чем вся суть? Охотники никогда не спавнятся. После того, как заролились фугитативы, есть маленький шанс, что через 20 минут или там с лишним полчаса могут зарулиться охотники, а могут и нет. Обычно, когда фугитативы спавнятся, это уже раунд закончился, они очень поздно в раунд. Охотники никогда не спавнятся. Если спавнят, ну я, может, понимаю, почему это не хотят добавлять полностью, потому что они как бы не до антак, но как бы должны по станции ходить этих искать, убивать. Суть в чем? Просто через, спустя 5 минут 100% должны спавниться охотники, как я считаю. Не шанс, что они могут заспавниться, а могут нет. Энное количество времени. А должны 100% через некоторое время спавниться охотники, как я считаю. Не, фигуративы-то я часто вижу, а вот охотников никогда. Последние года полтора их не видел. У них есть свои собственные, свой костюм, свой лут особенный. Вот, но охотники должны поймать фугитативов и либо на шаттле себе их поймать, там, по-моему, у них поды есть специальные для этого, чтобы живыми их взять, либо убить их. Да, еще лучше, если бы единым роллом. Единым роллом было прям замечательно, потому что иначе люди не будут ролить фугитативов, люди будут оставлять, ждать, пока охотники заролятся. Они же как только убьют, что дальше делать будет? Дальше в раунд. Ну, как бы. Дальше раунд играть. Могут за станцию пойти, например. С края станции. Ну, те прилетают на шаттле. Охотники. У них свой шаттл. А фугитативы где-то в станции. Если бы, ну, а у охотников, допустим, ну, минут 5-10 фору просто дать. Но чтобы ролились одновременно. Но всем все равно, поэтому никто это кодить не будет. Здесь, помню, был ребаланс охотников. Несмотря на то, что они не спавнились. Одни из типов охотников, знаете, с каким орудием начинали? У них ничего не было, кроме огнеметов. Идите поймайте их. Люди просто шли там. Вы видели, фугитатива начинает в коридорах спамить огнемет. Да, так у них забавный лут есть. И броня у них хорошая. То есть, они могут там против андагов помочь, допустим. Или против. Все еще ролеплей на это просто недоработано абсолютно. Так, you can do this, он толкает, я побежал, 30 секунд, так, вот здесь вот, подожди, вот так, 30 секунд, но, нам нужно на него камеру, come on, Ingerland, вот эта штука мне не нравится, край, да? Не люблю, когда хады просто так, ну, ничего и не показывают, но есть в экране. Подожди, как-то тут. Little more, 30 секунд.
Полетел шаттл. Так, а откуда? Он залетает шаттл. Назад на нас. А на нас. Я и так ненавижу, когда спамят эти шлепки, они слишком громкие. Не слишком громкие. Что на стримах, что для видео, это плохо. Так, лапки нам не нужны тоже, мы их убираем. С последний раз смотрим. Давайте все сразу посмотрим. Хотя нет, я здесь еще хотел подправить, да? Сейчас вот эти шлепки ненужные. А? Так. Еще одно. Итак, до 8 минут еще. И потом 3 рекламы посреди видео. Ютубер. Че, посмотрим все. Предмет косяков. Нам вроде косяков нет. Можем зарендерить. Давайте просто зарендерим. Посмотрим уже в нормальном состоянии. Полноэкраном, да? Я считаю. О, что я забыл? Что я забыл? Не-не-не. Самое-самое это главное. Фикс забыл, да? Я забыл фикс. Так, это у меня руки. Сюда. Фикс. Чё, Боинг сюда засунем, я считаю. Где у меня тут Боинки были? Рекорд. Инструменты, нет, не PNG, звуки. Ага, он самый. Админ. А, мне, кстати, включено здесь все. Стационное. Стройки, награды, балла канала. Все включено. Все включено. Админ help. MP3. Ага, сюда, сюда. Так, нет, не сюда. Сюда. Он громкий, наверное, да? Ой, боже. Прекрасно. Так, а нам не нужно. Ой. А? Что происходит? Двойное? Нет. Что? Вот. Что? Что? Что здесь произошло? Все в порядке. Все в порядке. Все сохранено.
Вегас. Так. Вот это я фиксил, да? Что здесь, блядь, про... Окей. Все? We cool? We cool. Двигаем сюда. Нет, Sound Alert, к сожалению, только один этот. Одну фразу позволяет на все звуки дать. Нет, бот не перепутал там. Просто другой не настроить. Там, блин, эти виджеты для Твича такие убогие, честно говоря. Ни черта не настроить. Так, анонс АИ нам здесь не нужен, опять же. Где он? Так. Баранта, когда пролонируется. Наверное, что-нибудь другое сначала поиграем. Промежутки. Ну, я имею в виду, кроме станции. Да, Фернхангар, в принципе, есть. Опа, вот этот съехал. А зачем ты съехала? Простите. Удалить, удалить, удалить. Вот отсюда у нас, да? До сюда. Делаем так. Сюда и дальше. Минус. Как вот, если не будет онлайна к времени станции, тогда пойдем тестить штуки. Так, все, рендерим. Ну, смотри, на 6 минут аж. Рендер. А мы еще не закончили с видео. Мы только начали. Теперь. Это другая часть. У меня есть идея. Twitch последнее, да, есть такое. Чуть под Новый год всегда все плохо работает. YouTube тоже плохо. Ну, там я имею в этой в творческой студии и прочее. Не хотят работать. Так, давайте музыку включу. Что мне нужно, чат? Мне нужна картинка, я уже днем поискал и не нашел. В идеале, конечно, ассистуху. Если не ассистуху, то мне нужен человек с ружьем, который будет вот так вот держать и целиться. Кто найдет первый скин Дискорд, тот молодец. Подходит. В принципе. Блин. Разрешение шикальное, правда. Ой, вкладки. Мушкетер из Даркса. Можно. А с учем. Мушкет мы так заменяем. На что? На посох. Посох будет смотреть в обратную сторону. Чу-чу.
Так, где-то у меня здесь был сохраненный посох, кстати, вот наш дистав. Прекрасно. Посох есть. Сразу пинганули меня, как Жириновский по воронам стрелял. Прекрасно. Так. Сохранить как? Веб-файл. Да пошли вы. Кто этот человек, который придумал этот формат? Ну, я как бы умею. Сохраняешь это в Дискорде, из Дискорда открываешь. И все готово. Вот, отлично, еще и без фона. Сильно шокальная S? Не, не сильно шокальная S, растяну. Прекрасно. Отразить. Мне кажется, это не то, как ты стреляешь из мушкета. Те, кто их знает, может, так стреляли. Я просто чего-то недопонимаю. Я что понял, что я раньше не делал, а очень надо было. Сохранять арты именно со станции на превьюшку. Очень надо было. Лазерган на пояс. О, вот тут вместо меча мы сделаем лазерган, чтобы на поясе был. Прекрасная идея. Так, что мы дальше с этим делаем? О, пиксели. Нам все это не надо. Слишком аккуратно. Нам нужно вот это еще добавить сюда. Ага, вот так вот. Целись из глаз без прицела. Ну, все равно, ну, ты линию-то тебе нужно держать, поэтому целились, да. Что мы с этим делаем? Мы это копируем на новый слой. Посох. Посох выше. Посох между. Прекрасно, прекрасно просто. Так, слой первый. Ага. Как нам тогда сделать по-хорошему? По-хорошему нам вот здесь вот еще, да, добавить. Что я делаю? Удалить надо, да? Alt. Угу. Что еще удалить? Вот здесь удалить. Часть мушкета с руки убрать. Вот это лишняя часть, я считаю, да?
То, что думать. Вот. Так что вам было видно. Разобрать тихо. Да, что-то такое я помню. Надел. Так, я сейчас уголь поставлю. Хороший геймплей. Сармер. Геймплей, да. Ну, РЦД Ролстар там только у чиф инженера есть. А так его фиг изучишь. С РЦД, конечно, очень быстро будет. Так, теперь. Убираем. Теперь нам нужно фрустрировать. Так, а что я у него плечо? А, это. А. Так вот. Не, это можно даже оставить. Пусть будет. Минус плечо. Ну, в принципе, нормально. Посох может в другую сторону повернуть. В том и суть всего этого нерфа была. В том, что ты стреляешь сам себя, когда пытаешься без пушки. Так, теперь. Посох. Что я хочу сделать с посохом, да? Ой. Что? А? А, понял, я тут случайно нажал. Так. Так, стоп. Верните, как было, во-первых. Во-вторых, нет, не так близко. Не настолько. Так, убираем слои. Прекрасно выглядит. Волшебная палочка. Хочешь выделяться-то? Мысли. Скопировать на нурс. А, зарендерировал. Зарендерировалось. Так, сейчас загружу. Я помню про лазерган. Так. Все сбилось. Чат. Все пропало. А, нет, вот. Так. Подожди, оно скопировалось? Нет, не скопировалось. Скопировать на новый слой. Новый слой есть? Плохо. Нет. Вырезать на новый слой. Нет, если вырезать, опять же плохо. Хотя... Вырезать пробуем. Потому что оно здесь полупрозрачное, иначе плохо выглядит. Теперь с этим слоем, что мы делаем? Внешнее освещение. Вот. Уже выглядит как-то по-магическому, правильно?
Хац. Привет, привет. Два месяца с нами. Три, подожди. А, три месяца с нами. Ошибся, ошибся. Спасибо за сапку. Я думаю, вот так оставить свечение. Давайте посмотрим издалека. Выглядит хорошо. Я обычно выделяю эти еще. Ну. Делаю что-нибудь типа. Делаю. Типа такого, потому что фон темный. Фон темный, и очень многие картинки на нем плохо смотрятся. Но мне кажется, здесь это не нужно. Можно вот так вот чуть-чуть выделение вокруг сделать. Сам еще посох. Остаток посоха. Внешнее освещение нужно опять же. Потому что оно здесь слишком уж у нас... Да, сделано так, чтобы чуть-чуть углы сгладить. Голубое освещение круто было, у нас посох тогда не так выделяется. Ну чё, неплохо. Оставим так. А, полазерган, сейчас дам. Так, у меня есть PNG где-то лазергана наверняка. Попробую только найди. Лазер. Да. Лазер. Лазерган. Нет. Ну, это будет проблемным. У меня, походу, нет лазергана нигде сохраненного. Да нет, слишком много на этот кидать тоже не хочется. Ну, кидай. Надо пока начну описание и прочее. Как мы видос назовем? О, мне, наверное, целый раунд стоит залить еще, да? Создать, добавить. Дальше целый раунд залью. Добью стану. Нет. Так. Так, описание. Угу.
Так, ссылочку на полный раунд сюда. Сервер Терри. О, музыку же надо еще, да? Которая... Ой-ой-ой. Music use it. Так, что у нас там было? Проект Nexus. Чешир. И на чисто налазил, почему есть, я их к нему не стали. Кокос. Димя и у меня есть. Спасибо. Просто в чем суть, что рубрика будет не контент-мейкера, да? Да. Я просто начал немного залипать и решил его подрубить пораньше, чтобы к станции совсем не уснуть. Экспорт. А создадим тут лазер. То есть приходится из кусков составлять, ну, практически все спрайты станции составлены из кусков. То есть сама пушка и разные уровни. Так, Energy Disable. Экспорт 2. Charge. Угу. Так, это айонка. А здесь чардж только для него есть, да? Для одной. Ну ладно. Сейчас сделаем. Не, это не тот лазер. Ну, это в смысле лазер там. Дизейблер. С дизейблером сейчас сделаем. Так, DMI, PNG, Трамник. Куда я сохранил? Вот лазер. Сохранить. 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 А где лазер? А нет, а пропал. В принципе, и так сойдет. Можно, конечно, еще повыеживаться и... А, и вот так вот. Вот так вот подобавлять. Чем я и займусь, потому что я могу. Оп, заряженный лазер. Смотри, всего лишь 5 простых шагов. Перекопить посох, думаю, будет слишком мелко, может быть. Нанотехнологии. Перезаряжаем лазер через Photoshop. Сейчас с углем разберусь. Все, уголь ты огребаешь. Делал.
Чат, я выжил пятерочку. Думаю, на следующий стрим Бранте. На стол ставить. Столько читать. Байца, сука. Лучше все разлил, хуя. Пятилитровку за день. Сильно. На самом деле стоит вместо кофе. Так, теперь. Где звук? Есть звук. Что вы начинаете? Обманывать. Так. Ага. До сих пор Новый год? Да надо бы елку вынести, пока вся не осыпалась. Будет у меня ковер из иголок в итоге. Сука. В смысле? Пожи. Почему его зашакалило? Я не... Почему? У меня все настройки сделаны, должно быть нормально. Ну ладно. Я человек не гордый. Кого я обманываю? Я это сейчас сделаю и буду гордиться этим. Блин. Ну-ка. Место. Оп. Ведь заряд есть. Что у нас нужно? Дубликат слоем. Дубликат дубликата. И вы поняли. Где я проебся? В чем моя ошибка? Это ровно. А почему не ровно? Чат, я не знаю, в чем дело. Почему? Мы можем с этим работать, да? Наверное. Я так думаю. Нет. Так, ну-ка. Мне всего лишь на пиксель сместить. А можно по-человечески? Спасибо. Несложно же было. Несложно.
Растянуть плохая идея, это же пиксели. Сейчас бы пиксели растягивать. Так. Ну, все, хорошо. Двигайся. Двигайся. Медленно. Медленно, наверное. Мы приближаемся к цели. Опа. И все ради чего? Ради того, чтобы добавить вот такую маленькую штучку на превьюшку. На самом деле, станция это... Я не удивлен, что так мало контент-мейкеров. Кто этим и зачем будет заниматься? Я все еще вижу, что это криво. А, вот у нас лишний слой, да? Теперь у меня есть готовый лазеркан. Куда хочешь, добавляй. PNG. Вива. Зачем Виву? Не надо Виву. Лазер. Ган. Прекрасно. Теперь думаем, как бы нам его сюда запихнуть. Так, нам нужно его. Нужно. За. Молодого человека. Вот, нормально. Не шакальный лазерган. Нам нужно что сделать? Почему? По горизонтали. За молодого человека. Так, ну сам лазерган такое же свечение, как тут было, да? Тут у нас что было? Меньше пикселей, да? Как-то так? Да. Винтовка в заднице в итоге. Все как лучше получилось, винтовка в заднице, да? Вот так гораздо лучше, я считаю. На пояс повесить, как бы только. Поменьше его сделать, может быть. Ой. Прям за пояс можно попробовать заткнуть. При желании. Трудовые будни стримера. Да, так я и сам видос не 5 минут делал. Сложно?
Все бы хорошо, если бы окупалось. А куда у нас оно сохранилось, простите? А? Слой 4. А! Вот так. Нет, слой 4, вот так. Масштаб. Минус. Ну что, чё, это неплохо. Может, чуть-чуть. Вот так вот. Вот. Не, с перспективой это такое себе. Пиксели перспективить — плохая идея. Круто, чтобы рукоять была справа. Сейчас попробуем. Если мы это все развернем. Вот так. Ну, в принципе. Так, мне больше нравится. Реалистичен, да? Тут и уж париться особо. Я просто опасаюсь, почему и лицо не хочу добавлять. Где-то у меня, кстати, было же. Потому что за пиксельным посохом пиксельное лицо может плохо смотреться на самом деле. Но можем попробовать. Осталось найти Борис. Борис Блейд. Борис Блейд PNG чат. Фейс. Нет, а у меня лица, наверное. На мне лица нет. Где-то должно быть. Ну где? Ну, лазеры подъехали. Спасибо, спасибо. Тут мы сработались. Простой видос, а мы его сейчас посмотрим еще. Ну и так оставим, потому что я буду долго искать вырезать лицо, либо заново делать, и скорее всего будет плохо пиксели за пикселями смотреться. Да, мы тут его доделывали как раз на стриме. Давайте сохраним на всякий. Photoshop. Так, теперь, что я теперь хочу? Нет. Рюку Акито. Ну, сейчас я еще описание для видоса делать, все тому подобное. Тоже довольно много времени на это уходит. Не хочется что-то где-то пропустить. Угу. Оно. Так, это есть.
превьюшку нашу прекраснейшую закидываем. Render stuff. Сюда. Отлично. Что не найдено. Так, pull round. Есть. Ссылку на видео в раунд. Идите от видео сюда. Мимские курсы РЛ нет. Говорить нужно. Муд упадет. Но муд у тебя от клятвы всегда падает, да. Пирк на муд за мимо. Ну, это мимо нужно вырылить. За исключением, если лайджонишься. Может быть, не очень хорошо. Закрываем. Так, сейчас с видосом разберусь до конца. Как мы его назовем, чат? О, дополнение, да, нужно. Так, они сюда я смогу их сделать? Вот вопрос. Как из другого видео, но мне же нужно их. Я могу только в саму. Блин. Ты можешь только сам. Угу. Значит, нет. Отменить изменения. Добавить. Не надо ничего добавлять, да? Я не смогу ссылки на другие видео добавить, потому что к последних 20 секундах можешь их добавить. Бюджетный волшебник. Неплохо. Wizard Apprentice. Грей Wizard-то уже был. Здорово, штаб. Добро пожаловать. Спасибо за масочку. Она куда-то далеко улетела. Пожалуйста, мимский клуб. Верните маску. Так. Грейвизер, да? Нет, не хочу так троллить. Просто у меня есть другие планы по поводу бюджетного волшебника. Дважды виски. Как бы еще? Toro Tap just subscribed. Так, Wizard Apprentice не так уж и плохо. Ассистент волшебника. Ассистент волшебника. Помощник волшебника. Wizards Assistants. Отлично. Пассажир волшебника. Зайцем на посохе катается. Включить. Ничего сказанного выше. Так, посмотреть можно?
42 минуты раунд, 6 минут видос. Как классика. Отлично, готово. Дополнения не нужны, доступ. Ограниченный, сохранить. Так, все вроде здесь готово, доступ. Ограниченный, сохранить. Давайте доступ по ссылке. Бубляк уже. Не, это я за дракона. Форма все-таки пригодилась в конце раунда. Открыть, добавить ссылочку на стрим right now. Качество. Так, музыку же надо, да? Вырубить. Так, ну как бы это. Чат. Вагончик там загрузите. Кого-то превратила в радужного слайма. Пользуясь случаем, я решил сделать из него зелье. Ну, если так, что-нибудь смешное вышло бы из этого. Но раунд пошел не так. We'll be right back.
знаю, что нельзя это стекло разбить огнетушителем, но я только проснулся, поэтому не спрашивайте. Не огнетушителем, а батоном. Трагичная история бывает, если бы он еще на шаттл не успел. Голиаф, который смог. Ну, нормально, нормально. Вернить стримера. Так. Итого, что мы имеем? Тут онлайна нет. Там онлайна нет. Ссылочка для лойсов. Есть ссылочка для лойсов. До станции, по сути, еще час. Поиграть что-нибудь еще? Закрывать дедгада. Час вайзика. Рада начинать, я не хочу, потому что я не смогу его закончить, скажем, в такое время, это будет слишком растянуто. Сплюрт. Тесты. Я не знаю, хочу ли я на тестовый сервер. Мне его еще и обновлять нужно. Заранее бы сделать. Чтобы тестить. Сейчас пострадать Вайзика, ран сбегать. Наверное, неплохой вариант. Вот на Терри уже 20 онлайна, если что. Зовется он Джерри, правда, почему-то. Мы-то знаем, что это наш Терри. Сейчас бан.
А, Раджери, то можно стримить, да? Да, еще предметы нужно будет. Что делаем? А сейчас играем в Айзека. Потом на станции наберется какой-то онлайн, хотя бы 20-ка, надеюсь, где-нибудь. Через час идем на станцию. Так. Айзек. Steam. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Так, а захват игры, пожалуйста. Drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts. А стримера, пожалуйста, где камера? Где она? Что, простите? Нет, верните, как было. Камера. Your son has become corrupted by sin. Что, простите? To be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her. Isaac's soul. Сейчас попробуем поправить. Так, дайте мне тогда камеру откуда? Отсюда. Копировать. Isaac. Ставит ссылка. А, стример появился. Стример Jumpscare. Куда это все? Хочу это ниже. Сюда. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord. И как это у нас все было? Как-то нет, у нас. Куда бы вообще камеру сделать? Сюда. А чат? Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door. Кто так, наверное, лучше сделать? Under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Чем все сбилось? Голова настроена нормально. Посмотрим, сейчас в игру зайдем. Во-первых, все чекмарки. Все чекмарки. Все. Особенно вот этот ублюдок. Фу, ненавижу его. Кого еще ненавижу? Его. Это было ужасно. Это было просто ужасно. Так. После патча легче? Какого патча? В смысле легче? У тебя хороший ран, потом ты получаешь два удара и все. Во-первых. Во-вторых. Все, что мне осталось. Вот эти три. Вот эти три испытания. Я так понимаю, их в Afterbirth добавили, да? Раньше хуже было. Как хуже? А, ой, да, не Лазар, я имею в виду Джейкоба, а не... Да, я Лазаруса показал, а я имею в виду Джейкоба.
его братом. Вот это испытание. Ужасно. Ты начинаешь с мега-сатаны, у тебя хреновые темы, и ты каждый этаж идешь вниз, но теряешь и темы. В принципе, не так уж сложно, но заролить нужно на классный челлендж, но нужно на сатане заролить нормальные темы. Вот это? Вот это? Да, просто рез. Вот эта штука. Каждый босс заменен на Блоата. Он в комьюнити известен как самый худший босс. Ультрахард. А что роли-то в Ультрахарде? У тебя ничего нет. В Ультрахарде ты не можешь восстанавливать сердца. Нет этемов, насколько я помню. Или есть этемы? Ну, один раз убить. Ну, без этемов Блоат один раз убить. А чувствуете, это все, что мне осталось разролить. Не, я, наверное, просто ран сбегаю, потому что мне нужна итема еще, который я открыл, залутать, во-первых. Во-вторых, это будет веселее. Это будет веселее. Секретный? Секретный что? Секретный челлендж. Не слышно? Delay Twist Challenge. Не помню. У меня TMT Trainer. А, А где он? Как он открывается? Delay Twist. В самом низу? Ты с TMT Trainer'ом начинаешь? Окей. Ну, мне кажется, будет весело. Афер Бомбс Ви. Прекрасно. Окей. 38. У меня есть один, пойдет. Неплохое начало. Мне кажется, это... я Team Trainer довольно поздно открыл. И с ним особо-то и не поигрался, поэтому я очень хочу. Суть челленджа. TMT Trainer. И это итем, который меняет все остальные итемы на не то чтобы рандомные, а рандомные статы из кода. То есть таких итемов не существует. И поэтому это настолько наркоманская штука. Я даже не знаю, как это описать. В общем, есть определенные, скажем так, триггеры. Из них составляется итема. И ты... Я просто не знаю, что произойти. По сути, это ломает игру абсолютно полностью. На уровне, как, не знаю, чит-кодов. То есть, я взял итем, я не знаю, что он делает. Возможно, он будет от урона срабатывать. Возможно, от пикапа. Возможно, от убийства. Возможно, от стрельбы. О, я могу две монетки теперь купить. 4. О-о-о. Мой богатый чат. You gonna be rich. Вот нужно было... Я так ненавижу эти двойные бомбы. Ты никогда не знаешь, куда она отлетит. Я хочу секрет. Секретная комната. Би-б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 и. Так. Да. Как-то враги умирают одновременно. Что наш айтем уже делает? Обожаю самонаводящиеся снаряды, мои любимые.
Окей. Просто Си, доктор Фитус. О! Пошли отсюда. Бомбы джампскейр, да. Здорово, легат. Самый обычный ран на Айзеке. Что же это делает? Тэп. Поднимаю тэп. Появляется моб. Прекрасно. Так, мне... мне эти слезы уже не нравятся. Открою. Да. Хуже не будет. Дождь из пауков. Окей. На каждый пикап мой появляется... Можно я уйду отсюда? Появляется паук на каждый пикап. О, что поделать, да? Мега пердёж. И что творится в этом ране? Ты начинаешь с TMT-трейнером. Это... За плюс, когда... Так. Смерть. Да, паук, беги отсюда. Смерть. Там весело у них. Нужно убить... О, так это еще... Нет, подожди, это Айзек? Нет, не Айзек, это Blue Baby. То есть, да, сундука. Так это еще и долгий ран. А, точно, пауки. Дождь из пауков. Самый нелюбимый мой враг в игре. Вот эти вот. А, 14... У меня много бомб. Дай монетки. Прекрасно. Like this nuts. Монетка. Меняю монетку на паука. И на еще одну. Rain of Spiders, да. Но это считалось за взрыв? Не уверен. Не считалось. О, три паука. TMT тренер, он как бы такой, понимаете, что ты можешь поднять итем, а он тебя убьет через минуту. Ну или сразу. Да, главное не умереть за эти две минуты, пока ставка идет. Ля бомба. Кстати, почему я даймонды не использовал? Надо было, наверное. Тоже не люблю этого босса. Он с... Вот новые боссы, которые добавляли, они по сравнению со старыми очень танковые. Очень танковые. То есть, на первом этаже вот заролить из, скажем так, нестандартного пула боссу. Взорвись. Спасибо. Бомба. Room damage. Double shot. Как видите, описание и все тому подобное тоже зашакалено. Статов не дает. Что можем сделать еще тут? Ничего. Свалить. Комнат сделал, не хочу. Какие темы еще и тратить сердечки. Ну пока что как бы третий этаж идет. У нас нет ничего на урон.
чтобы нам вообще помогло. Пауками и бомбами срать можем. Вот, я иногда когда убиваю, такое ощущение, что в АОЕ идет урон всем рядом. Взять монетку. Ничего ж плохого не произойдет, только пауки. Айтем. Юзабельный айтем. Прекрасно. Что же будет, когда я его прожму? Сейчас все очень плохо, мне кажется. Игра успешно сломана. О, золотая монетка. Я, золотые монетки ты можешь подбирать, ну, от 3, скажем так, до 15 раз. Это хорошо, она дает мне монетку. Плохо, она спамит пауков. Каждый подбор. О, я вижу здесь двойные бомбы, кстати. Так, все, я пойду. Я вот, так буду, аккуратненько, аккуратненько. Бочком. Оставьте пауков при себе. Понимаете, что произойдет? Мы возьмем какой-нибудь итем, который будет в процессе боя спамить монетки там или что-нибудь. Мы будем их подбирать, и у нас будет столько здесь пауков. Забирай бомбу себе. Не, забирай, забирай, мне не нужно. У меня 10 есть. О, нет, не надо. Так, мы это сейв видели. Что же будет, когда я прожму руну? Вроде ничего плохого. Звезды. Прекрасно. Да, я просто это прожму и пойду отсюда. А, рун не рано. Да, кстати, нормальный итем. А, нет, я опять это прожал. Мне кажется, не стоит нажимать наш итем. Или стоит, наоборот. Даже не знаю. Очень тематично. Самая обычная, как бы, катка на айзике. Ничего такого. Сейчас со звуком. Он. Сундук. Что же будет, когда его... А это был паук. Звезды что делают? А в комнату с... И темом тебя телепортирует. Но мы ее уже на этом этаже посмотрели. На следующий оставим. Телепорты хорошо. В нашем случае айтемы хорошо. Также со станции. Мне кажется, такое количество бомб на станции происходит как бы каждый раунд. И видели. Если бы тут бывает, вот. Что происходит? Заберите меня отсюда. I am firing my laser. 92 монеты, прекрасно. Оно. А, ну поехали. Все закончилось. Окей. Так. Айтем? Так, и... О, он. Откуда вылетел у меня Айпикак? Мини-лос погиб. Он нормально в таране никогда не выживает, а тут... Тут у него просто он... Не было шансов. Не было. Ноль. Да ты вот... Вот эта зеленая сопля, она как бы взрывается. И она летает вокруг меня, что мне не очень нравится. Больше моих нелюбимых врагов. Так. Секретку. Найти у нас бомб много. Что может пойти не так, да? Мешочек. Мне кажется, теперь, когда мы подбираем, еще и...
Я не знаю, на определенном моменте это будет сложно комментировать. Конечно, прожимаем. Конечно, прекраснейший итем. А. Я слышал, ты любишь мух. Блин. О, нет. А, тут айтем, кстати, есть. Вот здесь айтем есть, если вы не видели. Что же он сделает? Она летает вокруг меня. Бежать. Интересно, при получении... Вы знаете, что произойдет, когда эти... Окин Хазард. Able Item Generator. Берем. Бу. А. О. А на этих заспавнила. Пацанов. Неплохо. Конечно, зря я это делаю. Пермит. Хотя... Так, я забыл. Давай айтем. Айтем, айтем. О, мир. Сложно. Так, дай что-нибудь. Ну, что-нибудь. Рейнджап. Я вернусь. Может быть. Глаз Белиала. О, статы дало. Статы дало. Бомба. Таблетка. Конечно же, едим. Можно теперь спамить. Так, а я хочу... Куда я хочу? А нужно ли? Мне только ЭТМы нужны. Пошли дальше. О, ну, она летает. Она меня надамажила. А? Да что такое эти ваши враги? Так, чат. Я хочу это все собрать. Но есть одно но, да? Вы понимаете. Черные сердца, давай. О! Не, я тут погибаю из-за вот этой. А, блять. Из-за всего я погибаю. Спасите. Джаджмент. Джаджмент. Где я застрял? Хочу сердце. Мне очень жаль, если вы верите, что это будет победа. Руна Лилит. Где руна Лилит? А, да, все, а я понял, там ответ был. Так. Просто если ты возле стены стоишь, ты 100% получаешь урон. 77 монет. А вот сердце я хочу. Карточка. Мани. Валим. Она летает. Что-то происходит. Да. Я так понимаю, мне давал эффект карточки. Окей. Заберите меня отсюда! Че я хотел подобрать? Эра Волк. В принципе, неплохо. Давайте тогда Judgment прожмем. Judgment. Плохой Judgment. Можно, конечно, и тут порулить. Не. Это я не знаю, что тут происходит. Даже не спрашивайте. Это момент. Я еще пару итемов, и точно не спрашивайте. Босс. Засус. Замедлись.
А как? Куда? Ангельский итем. Реликт. Дает она. Он дал нам сердца. Я доволен. Это у нас. Деревянный пятак. Не очень похоже. Но дало нам скорость атаки. В смысле? Так, давайте за сердечком и валим. Все, все. Я дальше. Некрополис 1. Не верю. Да, что ты будешь делать? Что-то происходит. Куча монеток. Подобрать все. Что там? Бежать. Заряженный ключ был, да ладно. Опа. Так, мы пережили это. Мы это пережили. Значит, переживем и не такое. Проклятый ран. Максимально проклятый ран. В принципе, что я еще ожидал? Что я вообще рассчитывал? О боже. Да, вот этой штукой, своим этапом, я могу чистить комнаты. Очень эффективно. Проблема в чем? Я не хочу особо все подбирать, потому что пауки будут спавниться. Рейнджап, сюда. Зарядка, сюда. Сундук открыть. Темперанс. Я монетки не могу нормально подбирать. То есть могу, конечно, но... Окей. Босс? Здравствуй. До свидания. Может выпасть определенный эффект, работающий вечно. Да, мои эффекты работают вечно. Но, как бы, ты не знаешь, какие. Pound of Flesh. Взять. Что это делает? О, Амогус. У нас большие слезы. Взять это. И я думаю... А, мы с комнату не нашли с итемом. А итемы тут самое главное. Зачем еще играть с TMT-тренером, если итемы не берешь? Это этот... Полифимус. Эффект нам дало. То есть у нас наконец-то есть урон. Луч изо рта... Может работать вечно. Нет, сам эффект как бы из файла взят. И он... Это голова мега-сатаны. Который полминуты работает. Здорово, Сигер. Так, я хочу сюда. Пьедесталы реролит. А мы это сделаем, если... У нас будет активный итем. Это по станции. А через полчаса, наверное, пойдем. Там же написано. Онлайна сейчас нет на станции нигде. Подрубил пораньше. Сюда. Нет, сюда. Я летал. Жрать все таблетки. Терзал. Прекрасно. Хоть какие-то сердечки нам дало. У нас все неплохо по урону. Не считая вот этих зеленых соплей. Они, конечно, тоже урон. Мне нравится, что в конце сейчас при зачистке комнаты мне дает эффект этого. Как она правильно называется-то? Тейнтед Иуды. Позволяет бомбы сбежать. Конечно, мы открываем сундук. Какой вопрос? И вот это еще берем. За 19 монеток. Так, сопля. Сопля. Dark Arts, да. Они самые. Берем это, покупаем это.
чат, мне страшно. Что? Я никогда этот звук не слышал. Что же оно делает при юзе? Давайте посмотрим. Но... Не, давайте то вернем, оно врагов бы там превращало. Потом мы зареролим его... Чем? Комнатой кубика. Вернемся. Блин, что эти пауки прям на мне спавнятся. Звук в моей голове. Возможно. Ну! А! Хм, у нас минус шипы. То есть, по идее, здесь шипов не будет, да? Да. ХПшка, это хорошо. Чё я хотеть? Вообще ключ хорошо взять, да? Я считаю. Так, мы зареролили все пьедесталы. Возвращаемся в шоп. Эффект буквы R в ТМТ попадается. Не знаю. Не знаю. Вполне возможно. Возможно, R попадается, возможно, план C попадает. Опа! Так, во-первых, открываем сюда. Здесь мы получаем ничего прекраснейшее. Берем. Страшные звуки. Пошли отсюда. Да, эффект R при зачистке комнаты. Какую секретку пропустил? Вроде нет. Наверху. А, не секретка, типа это. А? Вот эту комнату я пропустил. Не особо хочу. Да, Дамоклс. Это который тебя убивает после того, как ты получил урон. Нет. Секретка на карте. Открытая, там был в секретке. Ну и супер секретку. Если бы в той комнате, ну, с красным ключом комната, то там показывалось бы тоже на мини-карте, если бы я ее открыл. Выглядит замечательно. Не знаю. Я не знаю, это на поинте. О, минус шипы. Ух, да. Сус. Сус. Сан. А, сюда, сюда. Дойдем ли мы в эту комнату? Разумеется. Да, покажи шанс на победу. Он всегда может как бы... О, ну! Это что? Мне кажется, я победил чат. Чат? Мне кажется, я побеждаю. Так, продолжаем разговор. Я никогда вот этих вот текстурок даже не видел. То есть текстурки тоже из файлов. Вот этих кувшинов нигде нет.
в игре так-то. Так, а есть ли у нас тут сердечки синие? Есть. Они мне очень пригодятся, я так чувствую. Что-то подобрал. Окей. Окей. А, магазин, разумеется. Больше итемов. А он взорвется? Взорвалось. Здорово. О, он даже айтем заспавнило. Все, перестал взрываться. Отлично. Да? Что же это делает? А, мне это... Это каждую комнату могу это делать? Прекрасно. О! Пауканы. Хм. 84. Перевернутая карта. Мир. Больше итемов. Больше итемов. Конечно, мы это возьмем. О боже, нет, 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 я пошел, я пошел. Лака подбери. Таблетка была? А, пени. Вижу. Вот. Да, не, я... Как это вообще можно различить? Так, что мы это оставляем? Каждую комнату, в принципе, можно делать так, всех отравлять. Но вот эта штука спамит, спавнит итемы из врагов. Что мне очень нравится. Зеленый, я знаю, что она по зеленому светится, но это сложно так различить, как по мне. О боже. Прекрасная комната. Так, мы тут все, наверное, да? Что? Босс тайм? Что у нас за карточка была? Айзек! А, ой, самый нелюбимый тип. А, только топчет. Ну и так это еще делает. О-но-но-но, зеленая летает. А, нет, 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 нет. А, мне не дало... А где мой итем, простите? Мне должно было дать полароид, чтобы пройти дальше. Ну да. Здесь тебе дают полароид. Думаю, что оно автоматически открывается, что испытание. Конечно. Я надеюсь. Шипов нет, прекрасно. Таблеточки мои любимые. Айова Визард и неизвестный. Неизвестную, конечно же, едим. Мое сердце. При получении урона итемы превращаются в огненные бомбы. Замечательно. Скиллучую, получается. Интересно, ран закончится или засофтлочится? Ха, прикольно. Так, императрица. Что за у нас за таблетка? Неизвестная. Мы ее, конечно же, едим. Редж даун. Я не против. Бум. Помогите, чат. Помогите. Я итем взял. Господи. Заберите меня отсюда. Так. У нас какой-то изовой айтем. Надо использовать. Я его убью. Я считаю, это успех. Но я верну тот, пожалуй. CMT Ruiner скорее. Блять. Еще итем. Берем. Это будет хорошо, это будет весело. Говорили они. А! А! Так, ну понятно. Урон получил. Так, не хочу.
А, мы удалили наш ИТМ, который спавнивал ИТМ с врагов. Жаль, жаль. А юзать этот ИТМ нас дамажит. Замечательно. Не будем, пожалуй, этим заниматься тогда. А, почему ссылки от древа видосик Гарсии? А, прикольная библия. Библия выглядит. Гафарт. Potato Peel. Прекрасно. Подходит. Который мидраунд ревы, они спавнятся один только хедрев. И следующие 1-2, которых он за конвертит, становятся хедревами тоже. Книга делает ничего. Прекрасно. Ну, лучше, чем тот том, который нас замажил. Я считаю. Что происходит? Не спрашивай. Мы проходим испытание, где ты начинаешь с TMT-трейнером. Это предмет, который заменяет все предметы на сломанные, скажем так. Так, я хочу отсюда уйти, наверное. За его видел, смотри-ка. Ха, ничего не делает. Прекрасно. Красный там. Оно, я получил урон. Живые есть? Нет. Невидимый Дамоклес, да. Вполне возможно. Я не удивлюсь. Нет. Хочу сердечки. Ну, вы напросились. Сами напросились. О! Или я. Кстати, весь ран, если так проходить. С этим эффектом. Думаю, довольно сложно будет. Ты видел? Так, я хотел подобрать? А, там секретка была, да? Начинаем получать урон. Орари демон. F. Звучит неплохо. Через пилсу секретку не заходил. А, ну бывает. Здесь сложно. Зачем? Ненавижу. Незаимых врагов. Просто умри. Руна. Хагалас. Она что, пауэрпил? На самом деле я пауэрпил хочу. Больше этого. Демоник Gestation. Что-то делает. Сейчас проверим. Рубрика эксперименты. Дало урон. Звезды, неизвестная таблетка. Съесть. Тирсдаун. Замечательно. Бум. Он дает 1.5 урона. Давайте оставим, то вообще ничего не дает. Вот так, мне кажется, секретки нужно находить. Power Peel. Health up. Давай сюда. Кость. Полные монетки. Да, эффект получения урона при получении урона. Самое прекрасное, что может быть. Фух. Чат, мы близки. Хочу сказать.
Неизвестная таблетка съесть. Health down. Прекрасно. Замечательно. Замечательно. Сердечки. Я получу урон. А, босс тайм, да? А бомба у нас взорвутся? Взорвутся. Я слышал, ты любишь бомбы. Нет, тут есть немного. Хотя бы у нас есть урон. Его могло бы и не быть. Пить. А, подожди. А, это же нужно. Пустили, да, в кафедрал. Засасывает. Победа, ну не уверен. Все еще может быть. Больше бы итемов. Сейчас итемов особо я не получу, поэтому скорее всего я и не помру. Буду ли я брать последующие итемы? Разумеется, буду. Как, например, этот. Что же он делает? Мне кажется, эта комната не выглядит правильно. Дал вам статы. А, это ездовый тем. Но не сделал ничего. Я его все равно буду прожимать. Так, можно закончить пауками. О, да, еще много предметов в сундуке будет. Health down. Не, не хочу. Чем становится? Health up. Ясно. Чат. А, это... А. Я не понимаю. Там просто стенки были. Я думал, это везде, во всех комнатах. Это просто комната маленькая была. Так, скиллы ищу. Куда? Куда деваться? Сердечко. У нас там были? Нет, у нас не было больше сердечек. А, о, ну какие. Душ с пауков. Знаменитый. О, ну. Слишком много. Было случайно. Да. Нет, точнее, я знал, что там секретка. Знал, это все рассчитано было. И это тоже было рассчитано. Больше итемов, всегда за. Я ни черта не вижу, где вообще что. А! Так, я хочу сердечки. Можно сердечки? Айтем. Time to... Nice item. Нравится. Блин, я хочу, конечно, его взять, но... Окей, пошли отсюда.
Вот здесь в этих штуках могут быть сердечки. Это, блин, а это у нас... А, это у нас такие грибы, понимаете? Это грибы на самом деле. Терсап. Терсап. Да, блин, я пытаюсь... Фаерпил. Ладно, магичный оставим. Не хотел бюджет на покраску, да, походу. Сердце. Можно я просто отсюда... А, нет, там босс. Я не могу просто отсюда уйти. А сколько у тебя ног там? Сколько у тебя ног? Так, супер секретка. Нет. Айзек. Най, сначала. Ладно, держи бомбы за это. Больше бомб. Так, мы дошли до сундука. У нас три хита. Паверпил хиляет. Ууу, да, надо было вернуться. Айта. F the dead. F the dead хочу. О, да и зубы это. Контролит фрай. Привет, нога. Айтем. Изовитым. О, у нас глаз Белиал. Хорошо. Сердечки дало. Блот. Замечательно. О, нет, нет, нет. Не надо. Плам. Вот, не люблю этого босса. Такой толстый. Для первого этажа? Куда бежать? Как знал? Что же будет, когда я тебя взорву? Больше бомб. Все, еще три хита, хочу заметить. Последним толстого убивать. Вот! Тут особо не выбираешь, да? Выпустите отсюда. Так, айтем. 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 Тирс. Ну какая нога? Какая нога? Один хит, чат. О! Синие сердечки. Давай. Только не нога. Только не нога по голове. Ух, ручки да потеют. Так, нога прошла мимо. Найс. Найс скэм. Просто заскамили меня, чат. Нет? Не-не-не. Я был так близок, но так далеко. Я пытался, я мансил до последнего, еще попытку. Да как бы время для станции подошло, я считаю. Что ж, получается, обманул. Расчастно вышел. Не, мне очень нравится. Мне Тим Ти-тренер, я с ним вообще не наигрался. Так что было круто. У
Нет, он скиллы еще. Мне мало кто верил. 60% после станции, может быть. Так. Давайте смотреть, что мы имеем. Во-первых, музычка. Сюда в плюс. TMT Ruiner. А, во-вторых, видео-то надо, наверное, в доступ-то выложить. Там, конечно, 38 просмотров уже по ссылке. А, открытый доступ, опубликовать. Давай, шеф. О, Гачка, кстати, ты говорил, что там идеи для ставок были. Не хочешь? Порадовался, что нет меченосцев и стать таковым. Какое видео? А по станции делали. Там оно короткое. Можно глянуть, пока мы тут подключаемся. Ты не хочешь меч, ты не хочешь быть одним из этих. Убив дракона, сам станешь драконом. Так, что тут имеем? Когда станцию ждать? Сейчас. Чекайте. Тебе пазлик хочешь? Да? А? И какая же это фраза? Какая же это фраза? Так, станция. Я. Сейчас поменяю тут все. Так, название нужно, наверное, да? Какое-нибудь. Так, Space Station 13. Название для стрима нужно. Прекраснейшее. Вообще власть, которая не снилась моему отцу. Так. Что мне тут пишут? Пост рисунка 18 числа. А, окей. Так. 220. Мы имеем 17 онлайна. На Мануэле мы имеем 8. Говорит, стрим, Мануэль. Что тебе не нравится, говорят? Есть Мануэль, вон есть у нас сервер на ТГ, чтобы стримить. Онлайн не нравится. В Нетере он 32 уже. И сейчас будет так разгоняться, что через час там уже будет 60. Возвращайся, когда там онлайн есть. Думаю, гирлянду пора снимать. Куда тут тыкать? Я не знаю, что-нибудь потыкай там. Что-нибудь получится.